вами играет Женя, я вам представляю игру DSS Pamplona. Буду я выставлять, может быть, каждую неделю один геймплей. Бегу я сейчас до большого аэропорта. И, может, получится, я встречу со своим другом. И чуми 2 FPS, чё, офигели? Чё мы сикро делали? Слышь, ты... давай встретимся возле аэропорта. Побудь ты мне на те FPS не строй. И хрена. Раньше всё нормально было, сейчас вообще не бойся. Скоро будет новый патч, говорит, на машинах. Сейчас пока новые пушки, которые новые. Шатный. Ахмен, деактивированный. Добавили спрей дозы. Блин. Вот. И ними можно вещи красить. Одежду там. Я сейчас бегу в Рогово. А такие сейчас. Какой? Слышь, видео. Если чувака найдем, короче, чувака найдем, у меня есть веревка, можно будет связать. Ну не сразу убивай, знаешь, типа ты будешь говорить, типа я тебя убью, все такое, а я возьму его завяжу. Quality. Есть у тебя патроны на револьвер? Рендеринг. Огонь. Кстати, добавили еще новые маски, шлемы, все такое прикольно. Ну, что-то я не понял, зачем сделали строительский шлем. Вообще не понимаю. Товарищи, пусть все ходит в PS60. Они же хотели игру сделать реалистичной. Да, все. Я топаю. Не из пляжки, прикинь, по 100%. У меня патроны неплохо были. Если бы. Так, а я не знаю. Я не знаю, как решиться. Взять мне лучше мощненькую или или в новую пушку. Не знаю. Че хочешь тебе? Мне пока пишу наш ничего не хочет. Реально прикольно сделать. Знаешь, это правда так, что если ты передохнешь, знаешь, то лучше можешь целиться. Ну, точнее все. Знаю. Да много в старом ДЗ так было. Я ж не играл в старый ДЗ. Я возле болот, короче. Возле болот? Ты чё, сдох? Ну, беги его в аэропорт. Чё, не нас не вышел. Так, хавчик у меня всё болот. Да. А, там. Так нифига себе. Ну беги в этот большому аэропорту. Я возле. Это... Называется, если в сторону аэропорта бежим. Первый город. Ты будешь на меня бежать или встретимся? Я могу чуть-чуть назад бежать. Я не знаю, где я сначала нахожусь, значит возле болота, но это смотри, город называется. Да я знаю, где ты посередине болот и посередине. Я знаю, это город среди болот, среди Черногорска. Ну да, да, там где ты последний раз играл. Блин, не устояли эти комарики, берут тебя. Жужжат, наверное. Душа. Да, еще в наушниках еще хуже. Дейзи. СТ. Апа. Кустик. Так, короче, я пошел сразу. Кустик. Так, сядем. Так.
прикинь, короче, они сделали даже... Помнишь, мы же были все время на севере, там все время дождь, и нету дождя, а дождь, и нету дождя все время. А здесь нормально, здесь был дождь, и перестал. Вообще круто. Сейчас солнце да. Сейчас, сейчас, наверное, я утро. Вот не знаю, где именно. Я, конечно, Новосельск. Новосельки, я кажусь. Молодец, ребят. Так, я, кажется, Новосельки. Надежную иди. А, точно, Надежную, я там пробегал. Да блин, не знаешь, как далеко назад тебе бежать. А тебе сколько я надо? Точно не знаю, я в Надежную или не знаю. Челябинск. Чего? Челябинск или Новосельки, я не знаю, ты точно. Кажется, Челябинск. Так. Просто мне сейчас не нужно. Прикинь, этот же немец, Зара Царь, да, типа, такой самый лучший игрок в Германии. Хочешь прикол расскажу? Давай. Хочешь прикол расскажу? Рассказывай. Меня зомби избивает. Я игру свернул, и меня зомби избил. Все? Ты чё, сдох? Написано, you are unconscious. Да, я сдох. Ё-моё. А чё у тебя было? Много? Да. Сдаю, как зомби меня увидел, тупо. Да пофиг, сюда надо поиграть. Так, а? Чего? Блин, ты сейчас на берегу, наверное, каком-то респаундуйся. Но все равно, если в сторону аэро бежать, все равно все залутает. Я должен опять дождь пошел. Мне надо покушать. Ну, персик. Увидимся в следующей серии от меня, наверное, на следующей неделе. А вот потом продолжим, короче, и до следующего.